Во дворце единоборств 6 марта состоялось долгожданное открытие школы «Шторм» титулованного бойца Александра Шлеменко. Помещение площади 500 квадратных метров, новейшее оборудование и полный зал начинающих спортсменов. Проделанную работу оценила делегация VIP-гостей на разных этапах, помогавших проекту. С января в школе «Шторм» идет активный набор в детские группы. Молодые бойцы, занявшие места в первом ряду, главные действующие лица праздника. Наша организация «Школа единоборств «Шторм» думает о подрастающем поколении, о патриотическом воспитании. Это самое главное. И все самое лучшее нужно давать детям. А потом мы будем пожинать плоды через 10 лет, когда у нас будет здоровое, крепкое, сильное поколение. Открытие авторской школы Шлеменко в Омске стало событием российского масштаба. Не секрет, что спортзал делают не тренажеры, а имя хозяина. Своим примером Шлеменко давно олицетворяет талантливого спортсмена и одаренного тренера. Фильм о спортивном пути одного из лучших бойцов ММА был показан всем присутствующим. Мы дали первый шаг, это предоставили помещение. Остальное Саша сам взял на себя с помощью компании «Газпромнефть». Они большой вклад они тоже внесли в это, но Саша сам договаривался, сам приходил, сам искал спонсоров. И, ну, понимаете, не помогать такому человеку, который готов двигаться, ну, это, наверное, уже просто будет кощунство. Клетка, татами, тренажеры, зоны для функциональной, технической и тактической подготовок. Суперсовременную начинку Шлеменко помогли приобрести в «Газпромнефти». А член правления компании Александр Дебаль заявил, что продолжит сотрудничество со спортсменом, открыв стипендиальную программу для тренеров. Сейчас в школе работают первоклассные специалисты, включая учеников Шлеменко, профессиональных бойцов смешанного стиля Сарнавского и Корешкова. В день открытия они провели мастер-класс для детей и взрослых спортсменов, отработав болевые приемы. Я вообще учусь в Сибирском государственном университете физической культуры, уже на магистратуре второго курса, я бакалавр, у меня уже есть тренерское образование, и я считаю, что нормальный специалист. И в тренерской деятельности давно. С детьми еще пока не занимался, это тяжелая работа, но чувствую, это предстоит, и я хочу себя в этом опробовать. Занятия в школе идут полным ходом, и на тренировки в авторскую школу уже записались порядка 300 человек. Кузница будущих чемпионов уже произвела небольшой триумф, когда спортсмены школы «Шторм» на городском чемпионате по ММА заняли первое общекомандное место.